должно быть, что там в этих случаях там, ну, разве что есть единственный пример, который приходит на ум, где более-менее как-то уцелели эти люди, и, наверное, это Гриппа и Кипелов, которые как бы смогли, в общем-то, разделившись, оказаться тоже как бы состоятельной по отдельности. Но, тем не менее, все-таки в основном я вот тенденцию обозначил. Это вот то, что касается различий концертов. Михаил, а давайте сейчас послушаем звуки Му на композиции «Серый голубь», прервемся потом на рекламу и чуть-чуть обсудим Мамонова и его творчество.